Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников. Валентайн Камерон Вэлл, принц. Британский художник школы прерафаэлитов. Родился 14 февраля 1838 года в Калькутте, Индия. Был вторым ребенком Генри Тоби Принсипа, государственного служащего британского правительства. Его мать была сестрой фотографа Джули Маргарет Камерон и Марии Джексон, урожденной Паттл, бабушкой Вирджинии Вульф и Ванессы Белл. После Парижа Принсип перебрался в Италию. Вместе с Эдвардом Берн Джонсом он посетил Сиену, там познакомился с Робертом Браунингом, которого часто видел в Риме зимой. Принсип был близким другом Джона Эверта Милли и Берн Джонса, с которыми он путешествовал по Италии. Участвовал вместе с Данте Габриэлем Россетти и другими в оформлении зала Оксфордского союза. Вместе с другими членами братства прерафаэлитов преподавал в колледже для рабочих в середине 19 века. Впервые выставился в Королевской академии искусств в 1862 году со своей первой картиной «Бьянка Капелла», которая привлекла внимание. С 1862 года и до своей смерти Принсип был ежегодным участником выставки Королевской академии. Его женитьба в 1884 году сделала Принсипа богатым человеком. Он стал директором компании и землевладельцем. Принсип написал две пьесы «Кузен Дик» и «Месье Герцог», поставленные в театрах «Королевский двор» и театре «Сент-Джеймс». Его картины могли считаться сочиненными с умом и вкусом, исполненными с редкой тщательностью и приятными, хотя и не особенно сильными красками. Умер в Западном Лондоне в 1904 году, похоронен на Бромптонском кладбище. Был похоронен вместе со своей женой Лорен. Ну, так вкратце из переводной Википедии о Валентайне Камероне Вэлл Принсип, британском художнике школы прерафаэлитов. Пока-пока, до свидания.